В рамках второго бакинского шопинг-фестиваля объявлены скидки на парфюмерию и косметическую продукцию. Это означает, что теперь и в этих магазинах покупатели могут воспользоваться системой tax-free, то есть вернуть часть суммы НДС в случае, если общая стоимость покупки превышает 100 манатов. Также покупателям предоставляется возможность получить различные подарки при приобретении товаров на определенную сумму. Мы впервые присоединились к системе tax-free и очень рады проведению данной кампании. В настоящее время у нас применяются скидки в размере 10-20%, а также объявлена подарочная кампания. По словам специалистов по продажам, скидки, примененные во время шопинг-фестиваля, привлекают не только женщин, но и мужчин. С момента начала фестиваля у нас возрос спрос на косметику и парфюм. К нам приходили мужчины, чтобы выбрать подарки для женщин. У нас действуют скидки от 20%, а тем, кто совершает покупки на сумму более 20 манатов, предоставляются подарки. Фестиваль продлится до 15 ноября. За время проведения фестиваля магазины, присоединившиеся к нему, предоставляют покупателям специальные возможности. Информацию об этом можно получить на официальном сайте Бакинского шопинг-фестиваля. Эсмира Алиева, Хаяла Азиз, Илькин Мехтиев, CBC.